тебя палку. Завтра, наверное, будем заливать бетон. Смотри, вот доски обделали пакетом полиэтиленовым, чтобы потом в дальнейшем эти доски использовать на подшивку чернового потолка. Сделай опалубку на 5 досок. Все укрепили. Между собой тоже стянули проволоками, чтобы фундаментом не разъехался опалубка. Стоять в течение 2-3 недель. Убирать его сейчас. Сейчас польем его немножко.